Добрый вечер, друзья наши милые! Здравствуйте, девочки и мальчики! Добрый вечер, ребята! Вот и подходит к концу последний, третий месяц осени. Вы помните, как он называется? Да, помню. Последний месяц осени называется ноябрь. Ноябрь – самый холодный месяц осени. И это неудивительно, милые мои. Ведь, как говорится в народных поговорках, ноябрь – ворота зимы. В ноябре осень с зимой борются. Ну и, конечно же, все равно победит зимушка. Ведь она всегда приходит вслед за... осенью. Правильно, вслед за осенью всегда приходит зима. А я даже соскучился по зиме. Ну, Арсений, всему свое время. Мы с вами должны еще попрощаться с осенью и поблагодарить ее за подарки, с которыми она к нам пожаловала. А помогут нам в этом наши телезрители. А я догадалась, как. Мы будем их рассматривать в письма и рисунки. Какая ты, ну, догадливая, Анисия. Правильно, мы будем разбирать нашу почту. И начнем прямо сейчас. Вот, например, нам Кабакова Юлечка прислала и письмо, и рисунок. Сначала слушайте письмо. Здравствуй, Дуняша. Пишет тебе Юля Кабакова, ученица 2 класса. Мне 8 лет. Я люблю рисовать. Мне нравится осень. Я нарисовала осенний лес и журавля, который летит на юг. Вот рисунок, который прислала Юлечка. Красиво здесь журавль. Видно, он прощается над озером, да, над своей родиной. И улетает в теплые края. Как вы думаете, это ранняя осень или поздняя? Я думаю, это еще ранняя осень, потому что деревья еще зеленью покрыты. Правильно, листочки еще не все опали с деревьев. А солнышко радует последними теплыми лучками. Да, у Юлечки получился очень красивый красочный рисунок. Молодец! Так, сейчас покажу вам еще один осенний рисунок. Его прислала Шлыкова Тая из города Житомира. Тае 7 лет. Вот какой у нее осенний рисунок. Тая нарисовала раннюю осень, потому что еще с деревьев не опали листики. Правильно. И дождик идет. Хорошо. А по небу плывут темно-синие тучки, и солнце так ярко-ярко светит. Да, у Таи получилась красивая осень. Молодец! А вот Сафронов Станислав из Москвы прислал нам вот такой рисунок. Посмотрите, здесь Стасик со своим папой собирают подарки осени. Что они делают? Они копают картошку. Я тоже так помогала. Папа выкапывал картошку, а мы с мамой ее собирали. А мне в этом году разрешили самому копать. Мне так понравилось. Здорово! Ну вы молодцы! Помогайте родителям. И я так понимаю, Стасик тоже растет помощником. Молодчинка, рисунок очень хороший. Сейчас покажу вам еще один осенний рисунок. Его прислал нам мой спан Артур из города Подгороднее. Артуру 6,5 лет. А, Артур тоже нарисовал раннюю осень. Точно, на дереве разноцветные листочки, а в небе летает бабочка. А еще здесь 2 домика и машина. Да. Ну что ж, я думаю, что Артур нарисовал то время осени, когда будто бы возвращается к нам лето. Вы знаете, как называется такая пора осени? А я помню, как это называется. Бабье лето. Правильно, Арсений. Бабье лето радует нас теплыми солнечными денечками. А ты, Артурчик, молодец. Хороший рисунок у тебя получился. Яркий, красочный. Ну, продолжая разговор о лете, я прочту письмо, которое прислала нам Маслич Ксюша из города Томска. Ксюшеньке всего лишь 5 лет. И писать она пока еще не умеет, поэтому помогала ей мама. Слушайте, что пишет нам Ксюша. Здравствуйте, Дуняша. Я каждый вечер смотрю вашу передачу. Она мне очень нравится, особенно как вы рассказываете поучительные истории и читаете рассказы и стихи. Я очень люблю лето, потому что летом длинный отпуск, и мы ездим с семьей в путешествие. А в конце лета у меня день рождения.
Я дарю свое сердце Лету. Спасибо вам за ваш труд. А тебе, Ксюшенька, спасибо за письмо. И за рисунок. Вот какой у нее рисунок. Ксюша нарисовала большое сердечко, а в нем другие сердечки, и они все такие разные. А там еще цветочков много. Да, у Ксюшеньки получился красивый, красочный рисунок. Умничка! Ну и напоследок хочу показать вам еще один рисунок, который прислала нам Руденко София из города Днепропетровска. Сонечке 6 лет. В своем письме Соня написала, что очень любит слушать и читать сказки о разных чудесах. Особенно ей нравится сказка о жар-птице, и она ее даже нарисовала. Вот, посмотрите. А еще Сонечка пожелала, чтобы эта чудесная птичка была с каждым из нас всегда рядышком и всегда выполняла наши добрые желания. Очень красивая жар-птица, мне так нравится. София выбрала такие яркие цвета, и желтый, и красный, и синий, и зеленый. Да, у Сонечки получился очень красивый рисунок. Молодчинка. Ну что ж, на сегодня все с письмами и рисунками. Всем девочкам и мальчикам, кто прислал свои работы, большое спасибо. Спасибо, что вы нас порадовали. Ну и мы, конечно же, не можем не порадовать наших телезрителей, да? Как же мы их оставим без подарка? А какой подарок мы можем сделать? Мультфильм, конечно! Правильно, смотрим мультфильм. Сегодня, друзья, мы разбирали нашу почту. Мы читали письма и рассматривали осенние рисунки наших телезрителей. Было очень интересно. А теперь я напоминаю наш адрес. Вы видите его на своих экранах. Пишите, рисуйте, присылайте нам все. Мы очень ждем от вас приятной весточки. До свидания, девочки и мальчики. Спокойной ночи, друзья. Пусть вас оберегает ангел-хранитель. Звездный свет.